Привет, друзья! Сегодня поговорим на тему, как выбрать ландшафтного дизайнера. В первую очередь хотела сказать, что и дизайнер выбирает себе клиента, и клиент выбирает себе дизайнера. Это обоюдный процесс. Нас выбирают, мы выбираем. Где же искать дизайнера? Сейчас существует огромное количество ресурсов, где можно найти специалиста. Это и Авито, Профи.ру, Яндекс.Услуги, сайты, всевозможные соцсети. Выпускается в год около 1000 специалистов новых, поэтому найти список ландшафтных дизайнеров не так сложно. А вот как из них выбрать? Чаще всего на этих ресурсах в интернете специалисты выкладывают свои работы, свои проекты, свою реализацию проектов. Посмотрите, что вам откликается, что вам нравится. Дальше из всего этого списка выберите 3-5 специалистов, которые, по вашему мнению, могут вам подойти. И предложите каждому из них пообщаться с вами по телефону. Что надо спросить на телефонном звонке? В первую очередь узнайте про опыт работы. В вторую очередь узнайте про состав и стоимость проекта. Потому что опытный специалист подготовит вам полный проект, который состоит из концепта, концептуального плана, в котором большей частью находится дизайн, и рабочей документации, по которой можно дальше работать. Узнайте, делает ли специалист реализацию своего проекта. Потому что если он занимается реализацией, он практик, он проект сделает правильно. Теоретики, к сожалению, делают проекты очень часто не соответствующие действительности. Также узнайте стоимость работ. И если вы хотите найти подешевле, то, скорее всего, вам попадется начинающий ландшафтный дизайнер. В среднем стоимость проекта эскизного начинается от 20 тысяч. Спросите у дизайнера, какие сроки подготовки проекта. Средний срок подготовки проекта 1-2 месяца. Зависит от набора документации. Узнайте у дизайнера также, какие растения он предпочитает садить в нашей климатической зоне. Это будет показателем того, насколько специалист ориентируется в растениях и насколько он опытный. Я сама таким образом проверяла специалистов, которые брала себе в команду. Спросите у ландшафтного дизайнера, берет ли он свои сады на обслуживание, так как каждый сад требует ухода, и даже самый красивый сад без ухода со временем становится запущенным садом. Проведя 3-5 собеседований с ландшафтными дизайнерами, выберите того специалиста, который больше всего вам понравился, и дальше с ним надо встретиться вживую на вашем участке. Опытные специалисты бесплатно не выезжают на участок, стоимость варьируется от 1 до 5 тысяч за выезд. На участке вы уже более плотно пообщаетесь с ландшафтным дизайнером, смотрите, какие вопросы он вам задает, правильные ли эти вопросы. Могу сказать, что при выезде у опытного ландшафтного дизайнера есть целый чек-лист, по которому он должен обязательно пройтись, чтобы потом грамотно сделать свой проект. И вопросы касаются, конечно, вашего видения, что вы бы хотели, чтобы на этом участке было. Также вопросы касаются инженерных сетей, где они проложены, потому что их надо обязательно учитывать в проект. Вопросы касаются состава вашей семьи. От этого зависит, какие зоны он будет планировать на вашем участке, где вы любите отдыхать, какие вам нравятся пейзажи, какие страны. Если участок несложный и небольшой, и с небольшим количеством растений, построек, то ландшафтный дизайнер чаще всего сам со своими помощниками делает замеры, необходимые для проекта на участке. Если участок с рельефом, сложный, с перепадами, то ландшафтный дизайнер попросит у вас топографическую съемку. Обращайте на это внимание, иначе проект будет некачественным. Если вам понравился ландшафтный специалист, тогда следующий этап – это подписание договора. Посмотрите, какие сроки прописаны в договоре. Обязательно должна быть прописана вся рабочая документация, которая будет разработана. На руки вы должны получить
проект распечатанный, желательно, чтобы это был формат не меньше А3, иначе тяжело будет дальше заниматься реализацией этого проекта. По оплате ландшафтные дизайнеры обычно берут от 30 до 70% предоплаты. Ну и важный момент, если вы хотите начинать реализовывать проект весной, специалиста надо выбирать уже сейчас. После апреля это будет сделать очень сложно. Удачи вам в ваших поисках. Наша ландшафтная студия также делает проекты, благоустраивает, озеленяет участки и берем на обслуживание сады. Приходите к нам, будем рады вас видеть.